Внимание, внимание, инопланетяне украли Киру Пластинину. Теперь у инопланетян на скафандрах тоже такие маленькие миленькие собачки. Космонавт Лунатик был признан лучшим луноходом в России. Космонавт Клиптоман украл у Сатурна несколько колец. А вы знаете, почему в созвездии Большой Медведицы не видно зимой? Оно уходит в спячку. И последнее. Кавказские космонавты настолько суровы, что выдавливают пищу из не из тюбиков, а из баранов. Они не могут изменить своим традициям. Не, ну реально, бараны реально питательнее, чем эти тюбики.